Все сошлось, чтобы создать... Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Все сошлось, чтобы создать... Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Все сошлось, чтобы создать... Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Все сошлось, чтобы создать... Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Все сошлось, чтобы создать... Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Все сошлось, чтобы создать... Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Хотят во что бы то ни стало забрать гости мяч себе сегодня. Выбрали они тактику высокого прессинга. Как будут выходить хозяева из такой ситуации? Вот что интересно.
Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию хозяевам и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда... Все сошлось, чтобы создать... Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Все сошлось, чтобы создать... Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Хотят во что бы то ни стало забрать гости мяч себе сегодня. Выбрали они тактику высокого прессинга. Как будут выходить хозяева из такой ситуации, вот что интересно. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию хозяевам и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда... Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Все сошлось, чтобы создать... Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2.